Украинские силы обороны теперь могут наносить удары по позициям российской армии вглубь временно оккупированной территории. В частности, это подтверждают десятки взрывов за последние дни, которые прогремели в портовом городе Мариуполе и других оккупированных частях Украины. Эти районы находятся за пределами известной дальности ракетных комплексов «Химарс» американского производства, находящихся на вооружении Украины. В течение двух последних ночей на оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей всю ночь раздавались мощные взрывы. В Мариуполе, находящемся под контролем россиян после того, как они захватили его весной, горсовет сообщил о по меньшей мере 10 ударах. Российские войска превратили город в главный гарнизон, поскольку считалось, что он находится вне зоны действия «Химарс» из ближайшего украинского опорного пункта, вблизи разрушенного шахтерского города Угледар. Число ударов, их цели и последствия для российских войск пока неизвестны, хотя в среду утром украинский мэр Мариуполя заявил, что один из взрывов уничтожил российский склад боеприпасов в центральном районе, вблизи аэропорта. В украинском генеральном штабе дали лишь сухой отчет о том, что авиация Украины нанесла 8 ударов по пунктам временного базирования российских войск и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ. В отчете больше не сообщается никаких подробностей. Следует отметить, что такие удары в СУ и существенные потери российской армии привели к весьма паническим настроениям среди личного состава оккупационных войск, так как даже на большом отдалении от линии фронта они больше не могут чувствовать себя в безопасности.